Привет, это сингл. Продолжаем мы выживать в Project Zomboid, и это история Джона. В прошлой серии мы снова-таки мы лутали Вестпоинт. В этой серии я продолжу этим заниматься. Не записывал я где-то дня два, наверное. Вот, сейчас нашлось время. Сяду да запишу. Подъедем мы сейчас на крайний перекресток. На следующий, точнее, от этого. Вот эту вот машинку мы в будущем заберем обязательно. Встанем мы на следующем перекрестке, конкретно вот здесь. Глуши двигатель, открывай карту. Кораблик вот этот стирай и здесь кораблик наноси. Вот так вот. И начнем лутать мы вот эти домики. И у нас что по сути останется? У нас останется не так уж и много самого города. Очень интересный момент. Начнем мы, наверное, с этого домика. Здрасте, зомби. Здрасте, здрасте. Так, тут кто-то есть, тут кто-то есть. И не один. Давайте идите сюда все. Вот так вот. Еще идут, ля, посмотри на них. Еще будут идти? Не, не хотят. Хотя я там кого-то еще слышал. Давайте, давайте, головы. Я вас жду. Кроссовками я, конечно, зря ударил. Давай, иди сюда. Хорошо. Ну сколько можно, а? Ё-моё. Так, не, давай отойдем, ну их нафиг. Как-то уж слишком вас многовато здесь, а? Вам так не кажется? В одном-то домике. Да ё-моё, а? Мне прям вот интересно, сколько их здесь. Прикол какой-то получается. Прикол от зомбу. Нет, в натуре реально прикол какой-то. Это вообще не серьезно. Ну, такое количество просто. И еще это не все, представляете? А это еще далеко не все. Так, тут закрыто. Ну и ладно. Здесь давай выбьем стеклышки. Так, и давай покричим. Пусть они уже выходят, получается, со второго этажа. Так, у этого зомби, конкретно у этого зомби, где-то что-то тут... О, сишки. Там у него что-то торчало такое в спине. А, вот, вот армейская мачете. Вот его-то я и видела. Думаю, что что-то там такое интересное. Было-было там такое. Так, кто-то залез. А, залез, да не там. Хорошо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, вернись. Так, и нам надо витаминки скушать, получается. А витаминок у нас, наверное, и нет с собой, да? Не, витаминок у нас с собой нет, к сожалению. Ну ладно. Не проблема. О, два фруктовых коктейля. Это мы возьмем обязательно. Чипсы, перец тоже заберем. Так, кухня, все. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Ключ от хаты отдайте. Такое ощущение, как будто бы... Ага. Я и говорю, что такое ощущение, как будто я кого-то здесь слышал еще. Так, изоленту забираем, конечно же. Баллон с пропаном, ну естественно. Так, и там в следующем доме тоже кто-то был. Кстати, есть у меня такая маленькая теория, откуда их здесь столько. Это скорее всего потому, что я здесь даже еще и не был. И приходить им отсюда неоткуда-то было. Лежать. Вантус, бигуди. Ты вантус хотел взять? Это же супер-мега-оружие. Для мультиплеера. Это, кстати, даже не шутка. Если что.
Берет. О, ведро. Ведро это хорошо. Это очень хорошо. Формальная рубашечка. Тут пусто. А в этих коробках тоже пусто. Окей. Окей. Ручка синяя, красная. Так, и все получается с этим домиком. Все. Открываем. Ставим крестик на гараж и на дом. И идем к следующему дому. Вот к этому. Время у нас пока 17:10. Кстати говоря, мне вот что надо посмотреть. У меня там, по-моему... Да, чтобы топорики забустить, нам надо книжку будет почитать. А электрику я, в принципе, с собой не брал, потому что, ну, думал, что не пригодится. Так, топоры, вот третий томик. Это давай, наверное, давай. Давай вот так. А вот это все остальное. Давай, наверное, Ctrl-A. И вот так делаем. Хорошо. Дальше. Давай посмотрим. Короткорежущее, это понятно. Подожди, короткорежущее у меня только четвертое. То есть у меня короткорежущего пятого нет. Будем иметь в виду. Длинные режущие, понятно. Ну, дробовики, все остальное, это тоже все ясно. О, витамины, кстати, были. Витамины, кстати, у меня здесь были с собой. Может, еще тут есть что-то, какие-то витаминки, наверное, вряд ли. Так, витамины принимай раз, принимай два, антидепрессанты на всякий случай три. Хорошо. Двигаемся дальше. Вот, да, я тебя слышал уже давненько. Но только сейчас у меня получилось к тебе добраться. Ага, это тут получается. Но это еще не все, вон, потому что вот там вот идут. Бей, окошко. Так, выбил дверь, молодец. Давайте я вам помогу чутка. Что-то они как-то затроили. Ну, мне и лучше, что они затроили. Так, убирай. Залазим. Дверь открываем. Так, это плохо, кстати. Когда вот так вот открываешь, и когда их двое вылазят. Не очень хорошо. Давай крикнем. Так, тут пусто, понятно. На улице никого не вижу. Так, двое консервов. Это мы, естественно, забираем. Давайте, ребятки, я вас жду. Идите сюда. Жалко, конечно, что у меня нет с собой электрики. Томика по электрике. Я бы такое что почитал. И продолжил бы все эти дела разбирать. Потому что часиков понаходил я уже, дай боже. Такое ощущение, кого-то мне реально стоит автолут уже устанавливать. Так, здесь пусто. Два оружейных кейса. Пустые. Так, это понятно. О, патрончики. Ну, сама винтовка меня не интересует. Вот в этом рюкзачке я, пожалуй, спиртовые салфеточки заберу. Хотя, вон, давай достанем магазин. Перекинем его в шкаф. Патрики сюда. Магазин разряжай, магазин тоже убирай. Интересуют меня только лишь патроны. А это на ТЭК-9, да? На ТЭК-9 забираем, потому что у меня, по-моему, как-то маловато их вроде как было. На ТЭК. Смертельный удар, шо-шо. Сиди, смертельный удар. Лежать, зомби. Подожди, тут я еще не посмотрел. А, тут кроссовки, бейсболочка. Ладно. Ладно, ладно. Погнали, пролезем в гаражик. Лучше б я сюда не лез. Что здесь все равно ничего нет. Так, этот гараж закрытый. Этот гараж закрытый. Давай топориком его ломанем.
Здрасте, зомби. Не помогло тебе спрятаться, да? Так, огнетушитель не нужен. И делаем пометки. Вот так. Я думаю, что до темноты я успею. Конкретно эту сторону улицы залутать. Так, бинтик бери. Чайная чашка. А ведь там мог бы заспавниться и бурбончик. Но мне не повезло. Не сегодня, как говорится. Так, кукурузу бери. Чипсы, естественно, бери. Газировку бери. И по весу, кстати, давай посмотрим, что там. 79 худеем, хорошо. Можно чипсы есть. Кушай. Так вот. Ну, кстати, это не остановило падение веса в любом случае. Ладно, на ночь еще покушаем. Пинцет, полотенце, снотворное. Снотворное это нам надо. Тут у нас чего? Револьверчик. Еще одна бейсбольная бита, но надкусанная. Вот и картечь к нам подъехала наконец-то. Так, СКС-ку давай разрядим. Подожди, а что там? Нет. Эти моды все у меня уже есть. Две пачки картечи. Да ты что? Это прям интересно. Две пачки картечи, это нам повезло. Так, время 20:10. Да, все-таки я успею. Успею залутать тот домик до темна. Кстати говоря, нам надо батарейку вставить в фонарик. То я прошлую, как всегда, забыл выключить. Не батарейку, в смысле выключить забыл, а фонарик забыл выключить. Так, лежите, отдыхайте, тут пусто. В гаражик еще надо залезть. Обязательно. Что у нас в гараже? Доска, длинный металлический прут, еще одна пила. Ну, такое ощущение, как будто пилы надо все прям собирать потом. Кто бы мог подумать, да? Так, давай фонарь включим. Топоры, шитье, дробящее. Ну, там мне все не надо, потому что это все у меня есть. Если бы электрику я по дороге вот нашел бы, было бы, конечно, очень круто. Но, видно, не судьба. Сюда даже не пойду. Так, давай подсобочку еще чекнем. Опа, еще картечь. Игра мне прям помогает. Скажем прямо. Так, оружейный кейс, что там? Дигл. Дигл это круто, классный пистолет, нравится мне. Он кажется таким увесистым. Так, еще снотворное, это найс. Так, там патроны мы обязательно посмотрим. Что тут у нас? Походный рюкзак, в котором чипсики, их прям сейчас съедаем. Две коробки картечи. А это не картечи, патронов. М14. Тут тоже пусто по патронам. А что в этом оружейном кейсе? Тоже пусто по патронам. Ну, все, можно, в принципе, ставить крестики. И уже поутречку выходить на эту улицу через дома. Давай ложиться спать. Спокойной тебе ночи. Забыл фонарик выключить. А, все, во сне можно выключать. Хорошо. Очень хорошо. Время 3 часа ночи. Что-то ты как-то быстро выспался, родной. Тебе так не кажется? Ладно, включим фонарь и двигаемся. Никакая не проблема. Так, нам прямо получается к этому гаражу. А там уж посмотрим. Так, слышу зомби. Воевать по ночам не самая лучшая идея. Вы сами прекрасно знаете почему. Так что давай, наверное, выйдем к более открытому пространству. Будем тут что-то шевелиться, двигаться. Так, а что там сломали? Откуда это доски? Или это я понакидывал? Не помню. Честно говоря, не помню. Давай даже крикнем. Я обязательно найду армейский фонарик. Вот прям обязательно. Я сам в себя верю. Тут у нас вроде тихо.
Вроде бы как бы и тихо, а вроде бы как бы и нет, да? Ну, по ночам надо обязательно... В первую очередь, как говорится, ушки на макушке. Слушать, где они там ходят. Где чего и сколько. О, здорово. Залезаем. Подожди. Так, труба. Мистер Дудец передает вам привет. Так, сливочное масло, это хорошо. Вкусничи. Тут нас ничего не интересует. Так, двери надо оставлять открытыми. Я не запутался. Так, еще один отбеливатель мне уже ни к чему. Тут у нас понятно. В этом ящике газосварка у нас. Так, и все получается. Надо идти наверх. Максимально аккуратно. Видели, даже зомби не появилось, а я ее убил. Так, и внутри... Ой, внутри, снизу. Только не могу понять, где. Не могу понять. Где что, кто чего. Ага. Теперь понял. Где что, кого чего. Это у нас чего? Пульт от телека. Давай разберем. А, зачем? Надо было его просто забрать. Пистолет с магазином. Ну тут то такое. Так, приемник. Больше пока что нам ничего не надо. Еще оружейный кейс с патронами, кстати. Это вкусненько. И в ванной у нас газовый ключ. Окей. Будем иметь в виду. Давай умываемся. Делаем пометки. Здесь и здесь. И идем к следующему. Еще три дома, три гаража. Будет очень красиво. Так вот отрезана ровненько территория. Ой, ну еще, кстати, мне лутаться, наверное, я даже не знаю, сколько по времени. Потому что вообще неизвестно, сколько там будет зомби дальше. Погнали к следующему дому, только через дорогу. Будем бежать, не будем бегать через кусты. Опасно это. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Вроде я пока что больше никого не слышу. Не слышу и не вижу. Из пачек имеется в виду. А так-то они здесь всегда есть. Открой. Как хочешь. Тут даже двери открыты были. Я молодец. И тут тоже двери открыты были. Сварочная маска, огнетушитель, еще один молоток. Он. Так, ну тут можете пока что ломиться. Мне все равно к этому домику надо. Журнал охотника. Тут у нас ничего. Тут на входе есть что-то? Ничего. Соевый соус. Хорош. Будут очень вкусные салаты у нас. Молоток для отбивания мяса можете себе оставить. Тут пусто. И остался вверх. А вот наверху можно и патронов было бы подлутать. Если, конечно, мне повезет. Но, походу, это дом с событием... С событием очень мало лута. Да. К превеликому несчастью. Как жаль, как жаль. Эти гаражи я залутал. Осталось два домика и один гараж. Приятно, кстати, заполнять. Не знаю, делаете вы так или нет, но мне очень нравится так вот крестиками закрывать помещения, которые уже залутаны. Так, убирай. Залазь. Даже томатик еще испорченный остался. Вот томатная паста.
Ух, нифига себе. Нормально подлутал. Вот и длинное дробящее у нас теперь шестое. С чем я могу нас всех поздравить? А мне надо топоры прочитать. Я их взял, но не прочитал. И, кстати, прочность скоро тоже десятая будет. Ну, пока, раз уж я пока что не прочитал, попользуемся, наверное, коротким режущим. Почему бы, собственно, и нет? Хотя это такая штука, которую я бы стал бы, наверное, в последнюю очередь прокачивать. Проворность вон у нас еще. Проворность будет мега долго прокачиваться. Держи, лежи. Так, это берем с собой. Это мы попозже, естественно, разберем. Уже будучи на базе, когда прочитаем книжки. Чтобы было все красиво. Тут у нас пусто. Тут тоже какое-то... А нет, это спальня. С книжкой на тумбочке. Прикроватный. А тут ванна. Да. Да. Умывайся. Ставим крестик. И остался у нас последний домик в этом блоке. И будет красота. Прям красота, красота будет. Держи. Залезай. Доска, разводной ключ и мало. О, маленький лист металла, найс. А где там, кто там выбил двери? Ой, двери, окна. А, понял. Держите. Держите. Я ж до вас доберусь в любом случае, не переживайте. И не сомневайтесь в этом. Перелазь. Вот, полежи. Подумай над своим поведением. Так, тут нам ничего не надо. Вот болоньезы я такой, что, наверное, сейчас открою и съем. Потому что там 540 калорий. Хотя там у меня еще было вроде. И я все еще худею. И зомби я еще слышал здесь, да-да. Это, наверное, на втором этаже. Да, давайте, спускайтесь. Ну, спускайтесь, ребятки. Ладно, я сам поднимусь к вам. Ага. Ага. Бейсбольная бита, еще одна. Но это целое, это возьмем. Еще снотворное. Снотворного, как мы выяснили, в сезоне рыжего много не бывает, поэтому его, наверное, надо брать вообще всегда. Сколько видишь? Так, магазин на М14 не интересует. А вот часики. Часики. Здрасте. Здрасте, здрасте. Какими судьбами? Вас даже слышно не было, мадама. Так, только снотворное. Ну вот и все. С этим блоком закончили. С этим блоком зданий закончили. Хорошо. Я бы даже сказал не то, чтобы хорошо, а я думаю, что это прям прекрасно. Так, сейчас мы сбегаем за машиной и приедем вот сюда. Возьми-ка кораблик сюда, вот переставь. Погнали за нашей машинкой. Да, тут предельно понятно, что я здесь никогда не был. Наверное, вы прекрасно все видите. По тому количеству зомби, которые здесь есть.
с ножами будет, конечно, жестко воевать. Давай-ка, наверное, выхватим. Где там наши тесаки? Пу-пу-ру-пу-ру-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Не вижу. Не вижу тесаков, кстати. Реально не вижу. Либо я слепой. Либо-либо. Подожди, армейский нож. Нет, не то. Знаете что, давайте возьмем. Мачете. Успеешь ты взять? Успел или не успел, я не понял. Наверное, не. А, успел. Все, найс. Бери в основную руку. Работаем. Это же длинное режущее. Длинное режущее. Будет поинтереснее. Ножичками, наверное, надо работать в каких-нибудь таких небольших местах, где не так много зомби. Или в домах каких-нибудь. Так, я надеюсь, у меня буст на длинное режущее есть. Давай-ка перепроверим на всякий случай. Так, на длинное режущее, да, буст есть. Я, кстати, его даже до четверки не докачал все еще. Надо исправлять ситуацию. Угу. Угу. Ой, какая пачка красивая идет. Так, еще один, да? Давай, давай. Хотя ты тут будешь не один. Если я тут с дробовика бы сейчас выстрелил, я думаю, тут была бы просто... Просто какая-то непонятная ситуация. Сказал бы опять. Ого, сколько много зомби. Ого. Родненький, как-то ты слишком долго лезешь, тебе не кажется? Кстати, может быть, я вот эти вот тесаки повыкладывал? Да, я их сюда выложил все. Я молодец. Я молодец, я знаю. Так, эти тесаки давай в избранное добавим. А все, что мы здесь нашли, давай выкладывай вот сюда. Один топорик давай тоже уберем. Уберем, переложим сюда. А мачете вот эту вот, которая у меня в руке, давай ее повесим сюда, пусть будет. Хорошо. Так, откуда будем здесь начинать? Здесь вообще непонятно, откуда лучше было бы начинать. Наверное, лучше оттуда. Да, давайте двигаемся туда, к тем домам. Хотя, если я сейчас к берегу пойду, на ту улицу вообще какая-то несусветная история начнется, наверное. Скорее всего. Ура, силу вкачали. И прочность до десятки докачали. Это красиво. Я нас всех поздравляю. Так, обезболивающее тут и медицинская сумка. А, обезболивающее это в зомбе даже было, окей. Окей. Так, о, красивая пачечка идет. Давайте все сюда, ребятки. Найс. Найс. Так, вот этих давай еще сейчас побьем. Хорошо. Хорошо. Давай машинку эту перепроверим. Она у нас открыта. Как хорошо, что она у нас открыта. Вот ведь весело будет, да, в следующей серии? Я думаю, что очень весело будет. Кто понял, тот понял. Так, карта Луисвилля, багажник открывай. Ковбойская шляпа. А ты шо? Мне неинтересно.
Так, погнали к машине. Погнали к машине. Вот этих зомбей давай снесем. Чтоб они нам не мешали уже в следующей серии вооружаться, да? Всем большое спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.